Всем привет! Впереди выходные, а это значит, настало время мне рассказать о погоде, а вам придумать, чем заняться в нерабочие дни. В субботу, по прогнозам синоптиков, переменная облачность. Днем столбик термометра покажет плюс 13 градусов, ночью плюс 7. В воскресенье почти весь день будет небо затянуто облаками. Днем плюс 7 градусов, ночью плюс 3. Ищите сотрудников в свой штат? Начните поиск с сайта «Блокнот Воронеж». Размещайте свои объявления в разделе «Работа». Его увидят тысячи жителей нашего города на сайте и в Instagram. Условия размещения можно уточнить у нашего менеджера прямо сейчас. Телефон в описании.